Первый зампред Мособлдумы, депутат от «Единой России» Лариса Лазутина вместе с муниципальными депутатами побывала в Одинцовском клубе «Активное долголетие». Гости посетили мастер-класс по живописи и передали клубу и библиотеке номер один методические материалы, в которых собраны все меры социальной поддержки разных категорий населения в 2022 году. В ходе встречи парламентарии обсудили со старшим поколением обстановку в мире и стране.